Всем привет, зрители моего канала, с вами Энтермир, и мы продолжаем играть в Tom Clancy The Division. Сегодня мы отправимся в темную зону, да, вот. Я уже в этом комплексе, вот. Сейчас из него выйдем. Береги себя, агент. Патроны сейчас возьму. Мы и так уже много ребят потеряли. Потому что там очень жестко будет. И да, элитной походочкой надо выйти. О, я вижу белый свет в конце туннеля. Элитная походочка, и мы выходим. Да, у меня магнум есть. Бог. Где у нас темная зона. Ух ты ж, ёптудей. Ладно. На ближайший КПП отправимся. Там, кстати, лут хорош, но там бандиты и зэки, они жесткие, они почти там с первого выстрела выносят. Конечно же, у них броня есть, все вот это вот. Так, тут какой-то магазин есть. Ну, я его уже был. Да, я его лутал уже. Здесь. Да, прикольно, город сделан. Вот там окна выбиты, что? Ну, это типа такой эффект. О, Empire State Building. Или нет? Ну, похоже. Похоже. Какое-то большое здание. Здрасте. Вообще, может, награду какую-нибудь одежду получишь? Дать одну аптечку. Давай мне на. Зимние собаки. Коричневые. Ну-ка. Чекнем. Обувь. Можно, в принципе. Вот это, да, оденем. Прикольно смотрится. Блин, как же все-таки красивая зимняя атмосфера. Все вот это сделано здесь. КПП какое-то странное стоит, закрытое. Сейчас бы главное ни на кого не наткнуться, я не хочу проблем с ним сейчас. Именно вот в данный момент. Швейный квартал. Серьезно, тут сейчас чистильщики эти самые будут. Этим грузовикам можно понять. То, что они где-то рядом. Вообще прям близко. Опа. Ладно. Рискну. Хотя тут, в принципе, делать-то нечего. Тут просто собираем вот эти. Окей, я хотел взять это. Ладно. Давайте пойдем уже далее. Где тут выход? Вообще какую-то жопу залез. Шок. Ой, рюкзак. Сумка, что это? А, место нет. Все время что-то забываю продать. Вроде бы рюкзак вот новый. Нашел. Жестче, круче, объемнее. Да, клево все сделано. На улице. Мусор. Паркур. Господи. Чё тут? Ну-ка, тебе можно чё? А, это труп! Я думал, это человек, который уже... Слышь? Ушёл отсюда. Умри, парень. Всё. Тут нет проблем больше. О, Федоты! Не-не-не-не-не-не-не, я хочу это сделать, я хочу это сделать. Прокачались тоже. Я сейчас уже не сижу. Становится. Я быстро. На! Поправим, ребята. Ой-ой-ой, не-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 
надо в темную зону идти. Что-то мы отошли от темы. Вообще жестко. Это бандиты или кто? А, это нервы. Вот, мы подходим уже к темной зоне. Лучше не нервничать. Можно тут что-нибудь кому-нибудь дать? Все, обосрался. Обосрался. Ух, что так? А что я бегать-то? А!
Ненавижу интернет. Свой. Да, он сейчас все подгружать будет. Объекты прям передо мной прогружаются. Ну блин, интернет не вовремя начал. Вот что это? Вот что это такое? Вот сейчас залезу, и там будет какой-нибудь, не знаю. Поблизости обнаружена эхозапись. Вы хотите войти в темную зону? Я весь, блин, по привычке я нажимаю. Воу. Радиосообщение нарушено. Прям такие опасные. Связь возможна только на коротких дистанциях. Перезагрузка. Аварийное остановление. Система перезагружена. Ой, как мне тут не очень-то хорошо, мне кажется. Осторожно, вы в темной зоне. Или это... Твою мать, да, это зэки. Твою мать, они жесткие. Не подходи, я тебя гранату уже дам. На. О, загорелся. Вот что это было? Не, это реально тяжко. Вот меня сразу же убили. Давайте садимся. Бра. КПП 80 метров. Вот я только вышел, у меня сразу же. Тут, конечно, надо с друзьями ходить в этой темной зоне. Потому что одним тут очень сложно. Да я знаю, не надо меня обучать. Помню, еще когда-то в бетке был прокачан жестко. Вообще тут все подряд выносил на изи. А сейчас непривычно только вот недавно купил. О, господи. Надеюсь, меня сейчас... Тут надо аккуратно ходить. Вот, главное, куда сейчас какой-нибудь интерьер зайти. Вон они, эти зэки. Сейчас какой-нибудь интерьер зайти надо. И там вещи хорошие будут. Прям вообще вах. Вот, допустим, вон туда, откуда сейчас эти дебилы вышли. Апокалиптические гопники. Может, вы уйдете? Слышишь? А. 10 уровень. Можно попробовать? Вау. Давай. Я выиграл. А нифига, по-моему. Тут жестко перестает пришло. А-а-а, беги. Укрытие, да ты дебил, ты что делаешь? Паркурщик фигов. Погиб смертью храбрым. А, что? Возрождаемся опять заново. Загружайся быстрее, пожалуйста. 90, 91, 92. Все, давай, 100. Все. Агент, нам сообщили о выброске припасов. Однако грузы прибывают в темную зону. Блин, мне надо прокачаться. Я пока не понимаю, что происходит. Ясно одно. Необходимо действовать быстро, пока эти грузы не прибрал к рукам кто-нибудь еще. У меня такое подозрение, что сбрасывают не одеяло и не макароны. Займись этим. Я же тут задохнусь. Внимание, по всем данным, эта зона заражена. Ой, мне плохо. Нет. Выход из зараженной зоны. Давайте аккуратно пройдем. Тихо, попытаемся. Испытаем удачу. Надежду на то, что нас... Я, конечно, не сюда хотел. Побежали. Лол, что? Рили? Меня не увидели. Сколько эти твари здесь? Тут вещи, вон, вижу, валяется там. Рюкзак такой. Не знаю, я его, скорее всего, открыть не смогу. Этот сундучок. Так, где-то здесь он. Вот он. Этот ящик. Третий. А, у меня второе.
требуется пятый. То есть мне еще тут надо побегать немножко. Васян! Да гнида! Нет, я не хочу умирать, я хочу убить. Попытаться хотя бы. С них дроп хороший падает. Вот если я его убью, я подниму свой рейтинг и смогу открыть вот эту херню. Ой, ну что, дебил, спрыгнул? Рили. Я думал, что он достал как-то. Бдыщ! Давай, 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 почти, почти. Да, у него хп осталось. Есть, есть. Да давай, Ладно, по одному их изи валить. Вот по одному. Бандит еще, гнида. Давай, выйди мне тут, поговорим. Тут труп. Давай, хорошо там все. Ну за дебил! Да гнида! Вот тварь. Уха! На него этот накинулся, зэк или кто? Да! Все, побежал за ним. Так, ну я хотя бы рейтинг немножко поднял. Сейчас надо в метро спуститься. Посмотреть, что там вот эти мои знания есть. Главное, чтобы там зараза, заражение не было жесткого такого, то я пройти не смогу. Мне надо новый этот купить, маску, противогаз. Я кое-что выяснила про эти грузы. Шапочка прикольная. Там снаряжение для спецотряда, так что мы просто обязаны добраться до них раньше кого бы то ни было. Иначе всю эту спецтехнику захватят преступные группировки. Эти гниды все еще там? Зачем его сбрасывать? Я мы его так не понимаю. И получим опыт халявного. То, что так несколько раз прикалил. Там, блин, это... Да! Там что, эти ходят? Или нет? Да ну! Все, я труп. Да, я же сказал. А, тут еще и понижение есть. Давайте на другой КПП. Может, там все нормально будет. Блин, сложно все-таки в этой темной зоне. Сложно. Грузись. Пожалуйста. Но зато я маленечко свой прокачал. Так, рейтинг в этой темной зоне. Оружие. Что? У меня первый? Нет. Нет. Открываем ворота. И тут ищем вход. Я его уже вижу. Что, аккуратно надо тут вообще выходить? А тут очень опасно. Выраженная зона, требуемый фильтр. 4, а у меня же... Уровень. Фем, вот он. О, слушай. Что это было? Просто упал. Сдох от этого вируса. А если там попробовать быстренько так пробежать туда? Прям вообще быстро. Смогу? Что, мне кажется, я зря вообще сюда. Мне сказали, что выброска ведется в темную зону, потому что кто-то там до сих пор опасается Киннера и его дружков. Но я не уверена, что дело только в этом. Нам могли сказать не всю правду. Сейчас главное добраться до этих грузов раньше всех остальных. Блин. Офигенный броник. Как тут все поменялось-то? Сейчас поспешу там до конца. Муж попробовать. А, тут чистильщик еще есть. Где-то брод. Так, какой тут размер этой зараженной зоны? Внимание, вы входите в зараженную зону. Я в дарк-зоне. Вы выходите из зараженной зоны. Так.
Мне бы на крышу какого-нибудь здания залезть. Так, ладно, сейчас. Чтобы не на крыле напарнуться. Пожалуйста, тут очень жесткие эти. Вот тут все очень жесткие. Так, пока что все тихо, но на удивление. Ну-ка, что, обыскать. Зажигательная граната. А я раньше помню, здесь в бетке был трос вот здесь и в этом месте. Я что-то путаю. Да, здесь раньше трос был. Стоп, а где тут вообще эта фигня? Где... как его? Зона эвакуации, вот она. Где там вещи все собираете? Бежище, убежище. Стоп, а я где нахожусь? Я вот он. То есть... Я... Как тут все замудрённо. Ориентир, зона эвакуации. Тут их даже не... Вау. Фига, это темная зона большая очень. Надо... Можем... Во, да, сюда идем, сюда. Сюда. Главное сейчас ни на кого вообще не напороться. Вот здесь, по-моему, какой-то центр. Нет. Ой. Ран. Вася, ран. Слава богу, они меня не запалили. Не слепые сильно. Блин. Почему везде проблемы? Можно куда спрыть без проблем. Без всяких проблем. Кусоте, господи. Мы прошли это место. Мне бы вещи найти. С кем тут перестрелка идет, я не понял. И кто ли игрок, то ли кто находится. Можешь помочь ему? Да, даже моя винтовка не берет. А, не отберет. Тут игрок или кто? Лол. Давай, сдохни уже. Он тупо забаговался. На месте стоит. Что за эпичная перестрелка здесь была? Давай. Ты игрок? А, да! Чувак! Чувак! Привет! Чувак! Здрасте! Воу, тут три человека! Офигеть! Чем мы толпой такие? Бах-бах! Мне повезло то, что я повстречал этих людей. Хорошо. Есть, я так рейтинг все себе повышу, я буду крутым, неубиваемым. У этого дебила микрофон включен. Уровень 13-15. Вау. Давай, его убью. Пацаны, не бросайте меня, пожалуйста. Я один тут не справлюсь. Вау, полегче. Кто его убил? Давай. А, черт! Холи щет! Нет! Меня слили тут. Братан, я пытался, сорян. Надо опять сюда типа бежать. А, это тоже откинулся. Там что, типа чат был или что? Ладно. Ладно. Опять бежать до этой местности, где там люди были нормальные. Ну, я как-никак все-таки смог что-то сделать. Повыситься. Ну, давай, грузись.
Тебя прошу, родненький. Давай, давай, давай. Давай, все. Ситуация по-прежнему нестабильна, и нам очень нужна эта спецтехника, которую сбрасывают в темную зону. Тем более, что иначе она попадет в руки врага. Есть кто? Русский. А, походу, на русском нельзя писать. О, братан, привет! Ты тоже загрузился? Братан! Давай вместе, ты мне поможешь, я тебе помогу, окажем друг другу услугу. Братан, яхмей. О, еще один с нами пацан, клево, в троечку он такой тут. Три ствола такие. Три опасных. Ганста щит. Зачистим. Чистим эти улицы. Опасно. Опасно. Так эпично. Я такой эпичность еще в жизни не встречал. Так, где они? Тут всякие штурмы, спецназ. Эпично. Пошел, пошел. Вау. А где эти твари куда-нибудь ушли? Вау. Ну... Ой, не будем нарвать. А-а-а, в чем прикол-то, игроки? Это реально живые игроки. Воу, сколько здесь толпы-то. Ого, прикольно. Тут целая толпа. Пацаны. Вау, сколько людей. Что за сборище? Сколько тут человек? 6 человек, офигеть. Кала-кала. Что? Кала-кала? Что ты сказал? И чё, типа? Погнали. Вау, я помню этот запах. Стоп, это последний потом. Нет, это последний потом. Ой, вот тут убить-то нечего. Это обычный. Есть. Осталось до 5-го совсем чуть-чуть. Так, это, видимо, мы заберем, и нам надо в зону эвакуации это доставить. Подничьи перчатки. Да. Нам надо будет... Ой-ой-ой, братан. Братан, вон он. Братан, надо толпить. Какой прицел уже? На. Внимание, химическое заражение. Фильтр другой трудность. Я апгрейдил медика, да, не умел. Вау, вау, как ты там. Вау, 12 уровень. Жестко. Плотно. Ну, конечно, толпа пришла на помощь. Я, конечно, снайпер еще тот. Топ-пункт сбора. Давай, родненький. Ёта, нихера себе, боже. Давай. Ну, что ты не делаешь? Хотя нет, что-то я тут... О, у меня тоже микро включен. Вот так. Люди, меня слышно? Не знаю. Это американец. Кто это? Я что-то боюсь как-то подниматься. Ой-ой-ой, ребят. Ой-ой-ой. Куда? Куда? Блин, я людей потерял. Вот только нормально, когда ты квадных людей нашел. Которые помогают друг другу. Стоп, это... А, чистильщик гнида. Че, на моего братана лезть пишу? Давай, давай, давай. Давай. Чистильщик тупой. А, по мне даже попадать не удивляется. Ай! Ой, пацан. Начал эвакуацию вещей. А, он вон где сидит. А где эта эвакуация проходит? Давай, живи, живи. Беги, беги, беги нахер отсюда. Тут же буду кемперить. Давай не побитая чума. Сразись со мной. Сразись со мной. Есть. Теперь 4-й у меня рейтинг.
темной зоне. Есть, мы немножечко покачиваемся. Так, давай, 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 эвакуация начнется через 46 секунд. Давай, давай, давай. Уходим на эвакуацию. Уходим, уходим, уходим. Давай, давай, брат. Там свои братаны, там свои братаны. Брат, я иду, брат. Держись. Михаэль. Михаэль, держись. Транспорт на подходе. Ожидайте. Все, они близко, они близко. Давай. Все. Все, 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 все. Изи-вин. Мы затащили. Давай, Рубик. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, они должны вроде бы прилететь. Скидывай. Начинается эвакуация груза. Скидывай. Во! Давай цепляем. Во! Мы получили груз. Вау. Ладно, на этом закончим. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Амир, и всем пока.